Good day, all my viewers, to my channel YouTube. In France, Paris, in Roma, in Praga. Why you understand two time? Апрель – это очень хороший месяц. Во-первых, 4 апреля состоялся День памяти, поминовения в Китае. Это благодаря тому, что в Ухане практически победили вирус, не стало инфицированных. А 8 апреля уже открыли сам город Ухань. А 8 апреля, кроме того, женский праздник, наш любимый, надо сказать, праздник. А вот я не скрываю это. Ну, а 1 апреля, 1 апреля – это мой любимый праздник, это день смеха. Правда, я формально отмечаю 1 апреля этот день, потому что я стараюсь как можно больше дней в году именно праздновать в духе 1 апреля, поймите меня правильно. Ну и кроме того, такая мелочь, 10 апреля – я не знаю точно в каком городе, но я знаю, что это Мальдивы. Родился автор этих слов, этих... я родился, извините. Пожалуйста, смотрите. Please look. Фернандель, Бурвиль, Фюнес, Марсель Марсо, Жан-Поль Бельмондо, et Pierre Richard et Gérard Depardieu vous félicitent pour le 7 avril. Première. François Rabelais. Ce grand city. Please. Это Пинес. Ой. Это Пинес. Все. Я скоро вернусь. Ну не идет мужику с костюмчиком. Мой любимый актер Бурвиль. Ну это Пинес. Со мной. Желаю удачи, друзья. Море украли машину. Вполне съедобный. Гуд, гуд, генерал, гуд, генерал. Больно, прошу. Немецкий офицер. Напрасно, он гуд. Зачем останавливать их? Чтобы вы слезли с меня. Но мне очень удобно. Ну что еще? Идите левее, вон туда. Вот ваша Франция. Нам повезло. Сколько вина в немецком погребе. А вино французское. Пусть меня убивают. Буду молчать. И я не скажу ни слова, если вас будут убивать. О,
Кто этот маршаль? Я уже ничего не знаю, он все время перебивает. Кашляет, сморкается, кашляет, сморкается. Ну, коронавирус 40. И все-таки вы получите. Лотлантый, отдайте мою половину. Секундочку. Ну, как свадьба в Малиновке. Вот так. Почему? Я ошибся. Дайте мне эту винтовку. Почему? Она полегче. Хочу вернуть вам ваши туфли. Я боюсь, что очень разношу их. Вы их совсем изуродовали. Простите, а мои вам годятся? Да, только великоваты. Вы меня до инфаркта доведете. Что делаешь, болван? Наводи на цель! Не видишь ее, что ли? Студия «Позитив» представляет. Пьер Ришар и Жерар Депардье в фильме «Игрушка». Не игрушка, а... Gendarmerie nationale, vos papiers, s'il vous plaît. Faites vite, ma femme est enceinte, elle ne se sent pas bien. Elle va pas bien, dis donc. Vous allez à la maternité? Comment? Attendez. Et Lucien, Robert, ouvrez leur la route, il y a une dame qui accouche. Mais non, c'est pas la peine. Il y a des bouchons, c'est plus prudent. Allez-y, monsieur. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'accouche? Laisse-moi réfléchir. C'est le gynécologue qui va être surpris. J'aimerais bien avoir un petit frère, moi. Oui, mais ça, c'est pas possible, ça. Voilà, ils sont prévenus, on va venir vous chercher. Ça va, ma petite dame? Courage, maman. Ils sont repas, ces deux connards. Я прошу извинить меня. Attendez-vous, русский зритель увидит это в оригинале. Этот фильм легко закачать. Или посмотреть у меня в рубрике кино. Комедия. Le docteur vous attend, madame. Ah, vous avez de la chance. La salle de travail est libre. Ça va mieux. Merci. Ça va mieux. Merci. C'était nerveux. Une grossesse nerveuse. Au revoir. Само рассосалось. Перевод. Roma. Buon pomeriggio Roma, la mia Roma, ha molti nomi, ma il primo amore e l'ingrassamento sono Alberto Sordi, Marcella Mastroianni, Sophie Loren, Adriano Celentano e naturalmente il mintoma da regista Federico Fellini, Ron Rimini. Tu. Male, vi porto all'ospedale e vi lascio lì. Torroni alla mente! Cargo! Cargo! Cappella! Cappella! Cappella!
cinque sei. E mi posso dire? А Маркот, это мой любимый фильм. Фредерико Феллини. 39-й год. По-моему. Власти Муссолини. Вы видели главного героя, одного из главных героев этого фильма. Он строительный подрядчик. Hai fatto l'amore oggi? Come no? Quanti ne hai fatti fuori? Лисичка. Местная достопримечательность. Орка Вольпина. Лучана Лометрина. Бесхитростная и простая девушка. Eccola! Fai morire, gradisco. Ma dai! Questa garbo si deve andare a nascondere. Andiamo a mettercela davanti. Non ho colpa, siamo qua! Cristo, prendi anche questa sedia qui. Dove sei stato ieri sera? Io? Al cinema, babbo. Al Folgore. E cosa faceva? Zio, c'erano gli indiani nel film e gli americani volevano entrare nel territorio dei Comanci, no? E avevano costruito un ponte con la ferrovia, ma gli indiani si sono messi lì sopra e ci tiravano le frecce. Quante ne tiravano, babbo? Allora mi ammazzate. Ma te cosa facete? Cosa, cosa, cosa è successo? Cosa è meglio per te? Non ho fatto niente. Aurelio, lascialo stare. Vieni qui, dimmi dare. Senti, pronta, ti mando all'ospedale. Aurelio, c'è gente che ci guarda. Domani mattina, niente più scuola, niente soldi. E vieni a fare il manovale sotto di me. Però mi paghi, babbo. Ti pago a martellate sulla faccia. Te mi devi dire di chi è figlio questo pezzo di merda. Io alla sua età lavoravo già da 3 anni. Sì, lo so, babbo, che borsa. Davi tutti i soldi alla nonna. Ma per... Adesso basta, su, venite a mangiare. Sì, sì. Facciamo ridere i polli. I polli facciamo ridere. Или не находил простых людях, гениальных актеров. Это и сценарий, и гениальное прозрение этого режиссера. Напомню, что жена его была знаменитая. Senti qui che puzza, lo sai chi è stato? Quel lazzarone camorra di tuo figlio si è messo a pisciare dalla galleria e sotto c'era il cavalier Biondi. Tre scudi! Il film è pisciato, è sicuro che non è stato lui la figlia dei venti dei suoi compagni, ecco! Tutte le volte così! Non devi difenderlo, quel boiato che ti fa sempre peggio! Sono due assassini! Li hai tirati su male! Malissimo! Sì, allora te li tiri su te, combattici te, me hanno paspio, divento matta, matta, divento matta! Ma io vi ammazzo. Domani. Vi ammazzo tutti! No! No! Io vi metto la strettina nella minestra, ecco cosa faccio io una volta o l'altra! Anzi, mi ammazzo prima io! Adesso! Bravo! Mosè! E invece! Mi ammazzo prima io! Sì, sì, papà! Luce! Luce! Avanguardista Ciccio Marconi! Vuoi tu sposare la giovane italiana Aldina Cordini? E tu, giovane italiana Aldina Cordini? Vuoi sposare il presente avanguardista Ciccio Marconi? Bravo Ciccio! Viva il Ciccio! Муссолини, оказывается, это был. Уничтожающая сатира. Луче! Accendi la candela! Ma cos'è che dici? Cosa dici? Silenzio! Ma questo è internazionale. Ma cos'è questo internazionale? Sono civi. Ma dov'è?
Da dove vieni? Dove ti nascondi, miserabile? È incredibile. Чарующая музыка. Сеньор Принципе, градиска. Гротеска, так говорил Герини. Меня chiamata градиска. Ma io a tutta questa storia ci credo poco e non credo neanche a tutto quello che racconta Michel. Lui magari è un bugiardo nato e ne mette una dopo l'altra. Voi dovete sapere che 2 anni fa arrivò nel Grand Hotel Emira con le sue 30 concubine e c'ero io, l'ho visto arrivare. Cazzo, da non ho smarrito questo film e non si ricorda. Горим. А вот и хозяин, муж. Видный мужчина. Ему мало. Уникальный. Как Феллини находил нужный персонаж? Уникальный. Tutte le notti chiudeva a chiave le 30 camere. Sì, questo è tutto vero, ma è il resto del racconto di Bichain che fa acqua da tutte le parti. Figuratevi che lo sciocchino sostiene che quella stessa notte fame, valore, lupine, bruscolese. Ma è un bisogno più che normale, c'ha 42 anni. Sì, ma quello casca, ma io a 42 anni hai voglia? Ma adesso basta, scendi giù! Scendi giù, Teo! Ah, Giù! Ah! Guarda, ma il colpo zio l'hai preso in testa, bravo! La testa! Hai fatto zio! Adesso vengo su io! Un momento lo tirare, Ci portiamo a casa gli uccellini! Ma che roba è? Non ci vuoi ammazzare tutti? Adesso vengo io! Какая мизансцена, как построено. Одинокое дерево. И на ней мужчина, который кричит. Я хочу женщину. Все как в жизни. Это брат. Человека, который сидит сумасшедший. Это итальянский характер. Так он выражает свои эмоции. Мне кажется, Феллини можно понимать и не зная итальянского языка. Не так ли? Мой зритель. Voglio andare a casa! Ma è mio figlio! Aurelio, sta a sentire! Voglio una donna! Miranda! Andiamo via! Scendi giù!
Babbo, che so? Venite via! Ma è malato! Facciamo finta, muovetevi! Aurelio, senti! Mandatemi su a me, ci parlo io! Lo porto giù, vedrai! Miranda! 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 Portate su il carrozzo, tutti! Aurelio! Andiamo ma... subito! Cosa su, venite! Dai! Non ha mai fatto... Монастыря. Наш герой слушается только ее. L'ha fatto scendere, мама! È tutto contento! Да, женщина это великая сила. Тихо, тихо. Спасибо всем, кто был со мной. Ti sei rimessa a fare Thanks. Una volta il bilbaccione, eh? No! Come no? E la succa ce facì? Contava quanti ossi... Arrivederci. Sta stagione.